связи с боевыми действиями обесточена славяно-сербская насосная станция в районе второго подъема. С 18 ноября сокращена подача воды на город до окончания ремонтных работ. Фонд милосердия меняет режим своей работы. Выдача гуманитарной помощи в виде одежды будет производиться по четвергам с 9 до 13. По адресу: Фонд милосердия, улица Переверзева, 32, район роддома. Управление семьи, молодежи и спорта предлагает бесплатное оздоровление детей льготной категории в возрасте от 3 до 12 лет в детском учреждении санаторного типа «Незабудка» города Луганск. Обращаться в УТСЗН, кабинет 10, улица Карла Маркса, 21, телефон для справок 20201. В честь Международного дня ребенка образцовый хореографический коллектив «Art Dance» приглашает на концерт в кругу друзей, который состоится в 12 часов 21 ноября в Центре культуры.